Я готов. Я готов. Опять за работу. Где враг? Недостойное создание. Да? Чего? Разумеется. Да, ваша светлость. Хорошо. Я готов. Да, ваша светлость. Я готов. Ну я пошел. Угу. Да? Слушаюсь, милорд. Слушаюсь, милорд. Чего? Опять за работу. Дело сделано. Да, дело сделано. Опять за работу. Ну я пошел. Чего? Дело сделано. Улучшение завершено. Да? Хорошо. Угу. Да? Слушаюсь, милорд. Я служу свету. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Ощути мой гнев. За моего отца. Хороший план. Поздно просить пощады. Недостойное создание. Я готов. Я готов. Дело сделано.
Улучшение Чего? Завершено! Улучшение завершено! Да, ваша светлость! Угу. Ну я пошел. Хорошо. Опять за работу. Хорошо. Ну я пошел. Угу. Слушаюсь, милорд. Ну я пошел. Дело сделано. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Исследование завершено. Обычно люди соображают... Исследование завершено. Дело сделано. Улучшение завершено. Исследование завершено. Чем бы заняться? Какие новости? Дело сделано. Я помогу. Слушаю. Дело сделано. Что прикажете? Исследование завершено. Зелардерон. Куда стрелять? На что жалуетесь? Дело сделано. Жду указаний. Опять за работу. Дело сделано. Хорошо. Исследование завершено. Да? Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Улучшение завершено. Д-
Дело сделано. Слушаю. Повинуюсь. Дело сделано. Да, ваша светлость. Угу. Исследование завершено. Дело сделано. Чего? Наши войска атакованы. Слушаюсь, милорд. Рудник почти истощен. Угу. Хорошо. Ну я пошел. Свет благословляет. Чем могу служить? Обычно люди соображают быстрее. Какие новости? Дело сделано. Недостаточно древесины. Дело сделано. Чего? Недостаточно древесины. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Я исцелю эти земли. Дело сделано. Наш рудник истощен. Да, ваша светлость. Хорошо. Угу. Ну я пошел. Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Я исцелю эти земли. Дело сделано. Опять за работу. Мне подвластна магия. Угу. Улучшение Хорошо. Завершено. Слушаюсь, милорд.
Дело сделано. Мне подвластна магия. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Я служу свету. Мне подвластна магия. В чем проблема? Правосудие свершится. Чего попросишь? Чем я могу помочь? Дело сделано. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Где враг? Исследование завершено. Наши войска атакованы. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Я готов. Дороги! Исследование завершено. Я помогу. Конечно. Свет благословляет меня. Да? Ну я пошел. Хорошо. Угу. Правосудие свершится. Исследование завершено. Опять за работу. Дело сделано. Хорошо. Исследование завершено. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Исследование завершено. К взлету готов! Дело сделано. Улучшение завершено. Дело сделано. К взлету готов! Исследование завершено. Дело сделано. К взлету готов!
Не так быстро. К взлету готов! Недостаточно древесины. Дело сделано. Жду приказаний. Исследование завершено. К взлету готов! Недостаточно золота. Исследование завершено. К взлету готов! Тебе нужна моя помощь? Жду приказаний. Чего попросишь? Взлету готов! Улучшение завершено. Улучшение завершено. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Куда летим? Где враг? Тебе нужна моя помощь. Правосудие свершится. Жду приказаний. Улучшение завершено. Что прикажете? Где враг? Исследование завершено. За честь и отвагу. Конечно. Свет благословляет меня. За честь и отвагу. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Жду план полета! Получай! Это бомба для тебя! Я служу. Это тебе. Мои бойцы! Они сражаются с нежитью! Вперед! Этим дворфам нужна помощь! Как дела? Вижу цель! Похоже, Малгани спрячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. Порхай, как стрекоза! Я помогу. Да, сэр! Жду план полета! Здравия желаю! Да, ваша светлость. Я готов. Прикажешь открыть огонь? Ждем координат! Чего?
Укажи цель! Я иду! Я тоже! Да? Наши войска атакованы! Угу. Слушаюсь, милорд. Ну я пошел. Недостаточно золота. Я готов. Чего? Опять за работу. Я готов. Угу. Да, ваша светлость. Хорошо. Да? Опять за работу. Да? Ваша светлость. Чем я могу помочь? Не так быстро. Куда летим? Где враг? В чем проблема? Борт на связи! Здравия желаем! Ждем координат! Укажи цель! Лови ядро! Давай, пошевеливайся! Считай, что мы уже победили! Наши войска атакованы! Правосудие свершится! Хороший план! Приступим. Я готов. Да, ваша светлость. Чего? Да? Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Чего? Ну я пошел.
Свет благословляет меня. Хороший план. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Будет сделано. Чем я могу помочь? Да, милорд. Улучшение завершено. Не так быстро. Чем могу служить? Чем могу служить. В чем проблема? Как дела? Да, ваша светлость. Слушаюсь, милорд. Хорошо. Угу. Ну я пошел. Чего? Угу. Дело сделано. Наши войска атакованы. Разрешите взлет. Я служу свету. Дело сделано. Чем бы заняться? Я помогу. Где враг? Что прикажете? Тебе нужна разрешите моя помощь. Прикажешь открыть огонь? Слушаю. Дело сделано. Правосудие свершится. Укажи цель! Что прикажете? Дело сделано. Прикажешь открыть огонь? Дело сделано. Да, ваша светлость. Да? Дело сделано. Слушаюсь, милорд.
Исследование завершено. Катифон полета! Я служу свету. Разумеется. Я помогу. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Чем бы заняться? Свет благословляет меня. Улучшение завершено. Исследование завершено. За честь завершено. И отвагу. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. Так-то лучше. Ну что ж, вперед! Приступим! Наши войска атакованы! Опять за работу. Исследование завершено. Я помогу. Разумеется. Какие новости? Правосудие свершится. Хороший план. Обычно люди соображают быстрее. Где враг? Конечно. Исследование завершено. Я готов. Свет благословляет меня. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Опять за работу. Хорошо.
Чего? Да, ваша светлость. Я служу свету. Хороший план. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Разумеется. Разумеется. Ощути мой гнев. Так-то лучше. Где враг? Конечно. Правосудие свершится. Недостаточно места. Какие новости? Я служу свету. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Разумеется. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. Хороший план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Хороший план. Рудник почти истощен. На нашу базу напали. Не так быстро. Неплохая мысль. Я помогу. Разумеется. Да? Ну я пошел. Свет благословляет меня. Конечно. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя. Ну что ж, вперед! Сторонги! Чем бы заняться? Свет благословляет меня. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. В чем проблема? Как дела? Здравия желаем! Чем могу служить? Ждем координат! Разрешите взлет! Чего попросишь? Я помогу. Хороший план.
Наш рудник истощен. Да, ваша светлость. Ну, я пошел. Где враг? Я служу свету. Разумеется. Конечно. Чем я могу помочь? Давно. Наши войска атакованы! Стоп вам полета! Здравия желаю! Слушаю. Правосудие свершится. Тебе нужна моя помощь. Укажи цель! Чем могу служить? Послушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Где-то среди снегов и льдов Нардскола скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Ледяная Скорбь. Мы пришли сюда, чтобы найти этот меч. Но чем ближе мы подходим к вратам, тем больше нежити встает у нас на пути. Принц Артас... Мы не нашли следов Малганиса. Неважно. Он не сможет прятаться вечно. Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд. Прошу прощения, господин посланник, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в эти пустоши? Согласно королевскому указу, ваши солдаты должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно. Именно так. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, заняла нежить. Вам придется найти другой путь к кораблям. Черту нежить! Мы пробьемся через лес, ребята!
Капитан, почему солдаты не на посту? Милорд, по просьбе лорда Утера, ваш отец решил отозвать войска. Мои войска? Проклятье! Без армии я не смогу победить Малганиса. Мы должны сжечь корабли, прежде чем солдаты доберутся до берега. Не слишком ли это круто? Сжечь дотла. Никто не вернется домой, пока наша миссия не будет выполнена. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Нам понадобится больше солдат, чтобы пробиться через ряды нежити. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату. Хороший план. Хороший план. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Так-то лучше. Я помогу. За моего отца. Я готов. Где враг? Разумеется. Конечно. Разумеется. Конечно. Будь проклят, Утер, за то, что заставил меня пойти на это. Показывай, кого убить. Показывай, кого убить. Свет кому-то накостыляем. Я служу свету. А? Я служу свету. Что там у тебя? Где враг? За честь и отвагу. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Правосудие настигло. Ощути мой гнев. Поздно просить пощады. Я помогу. Конечно. Свет благословляет меня. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Ваши войска атакованы! Конечно. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Свет благословляет. Где враг?
за моего отца. Правосудие настигло тебя. Ощути мой гнев. Хороший план. За моего отца. Хорошо. Но это еще не последний корабль. Разумеется. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Недостойное создание. Приступим. Ну что ж, вперед! Правосудие свершится. Так-то лучше. Конечно. Конечно. Обычно люди соображают быстрее. Я служу свету. Я помогу. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. За честь и отвагу. Я служу свету. Разумеется. Дороги! Приступим! Ну что ж, вперед! Ну что ж, вперед! Так-то лучше. Приступим. С дороги! Приступим. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план. Мы уже идем. Прикажешь открыть огонь? Ты можешь быстрее? Иду. Свет благословляет меня. Чего? Куда? Звучит неплохо. Ждем координат. Выдвигаемся. Пошли! А? Гравий желаем!
Правосудие свершится. Недостойное создание. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Я помогу. Ну чё смотришь? Где враг? Разумеется. Показывай, кого убить. Показывай, кого убить. Недостаточно золота. Где враг? Я помогу. Свет благословляет меня. Правосудие настигло тебя. Хороший план. Иду. Подрывной отряд к бою готов. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. Войска атакованы! Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Конечно. Наши войска атакованы! Кого начнем? Прекрасно. Остался один корабль. Я служу свету. Разумеется. За честь и отвагу. Это лучше. Заказ подан! С дороги! Ну что ж, вперед! Получи по наковальне! Приступим! Конечно. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Ощути мой гнев. Принц Артас! Вперед, солдаты! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой! Уничтожим их всех во имя Лордерона! Проклятые твари! Перебьем их!
Корабли уничтожены. Что нам теперь делать? Слушайте меня. Мы не можем вернуться домой. Только победа спасет нас. Мы останемся здесь и победим. Или погибнем. Возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. Ты солгал своим бойцам и предал наемников, которые сражались за тебя. Что с тобой, Артас? Неужели жажда мести затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Молганис превратил мое королевство. Темный повелитель предсказал, что ты придешь сюда. Здесь окончится твой путь, мальчишка. Во льдах. На вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. Еще не все потеряно. Помоги мне добыть ледяную скорбь. Если этот меч и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы переломим ход битвы. Не нравится мне все это. Но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, держите оборону до моего возвращения. Правосудие свершится. Разумеется. Я готов. Наши войска атакованы. Я готов. На нашу базу напали. Слушай. Я готов. Я готов. Чего? Хорошо. Я готов. К бою готов? Исследование завершено. Я готов. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Дай мне цель. Что прикажете? К бою готов? К бою готов?
Исследование завершено. Я готов. Чем могу служить? К бою готов? Я готов. Опять за работу. Чего? Угу. Хорошо. Я готов. Слушаюсь, милорд. Угу. Да? Ну я пошел. Да, ваша светлость. Слушаюсь, милорд. Я готов. Угу. Хорошо. Ну я пошел. Угу. Хорошо. Я готов. Опять за работу. Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Чего? Ну я пошел. Я готов. Да, дело сделано. Угу. Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Ну я пошел. Недостаточно золота. Выполню любой приказ. Дело сделано. Дело сделано. Да? Хорошо. Ну я пошел. Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Недостаточно золота. Ваши войска атакованы. Дело сделано. Дело сделано. Улучшение завершено. Недостаточно золота. Чего? Дело сделано. Дело сделано. Угу. Да? Улучшение завершено. Дело сделано. Улучшение завершено. Дело сделано.
Да, ваша светлость. Хорошо. Слушаюсь, милорд. Улучшение завершено. Опять за работу. Да? Угу. Хорошо. Что прикажете? Да, ваша светлость. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Ну я пошел. Угу. Ну я пошел. Хорошо. Слушай. Дело сделано. Кто-нибудь ранен? Дело сделано. Дело сделано. Улучшение завершено. Дело сделано. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. Чего? Угу. Улучшение завершено. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Опять за работу. Улучшение завершено.
Улучшение завершено. Чего? Что прикажете? Это честь для меня. Исследование завершено. Улучшение завершено. Слушаю. Это честь для меня. Зелардерон. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Что прикажешь? Исследование завершено. Исследование завершено. Свет благословляет меня. Ваше сиятельство. Где враг? Дай мне цель! Исследование завершено. Да? Хорошо. Исследование завершено. Ну я пошел. Да, ваша светлость.
Слушай, здесь нельзя строить. Хорошо. Угу. Да, сэр. Опять за работу. Ну я пошел. Слушаюсь, милорд. Исследование завершено. Дело сделано. Дело сделано. Да, ваша светлость. Угу. Исследование Хорошо. Завершено. Исследование завершено. Недостаточно золота. Ваши войска атакованы! Положись на меня! Без проблем! Чем могу помочь? Исследование завершено. Чего? Исследование завершено. Исследование завершено. Исследование завершено. Куда стрелять?
Чем могу служить? Одно ваше слово будет исполнено. Что прикажешь? Приказывайте. Исследование завершено. Есть, господин. Да-да, конечно. Так точно. Исследование завершено. Так точно. Будет исполнено. Да-да, конечно. Есть, господин. На нашу базу напали. Так точно. Есть, господин. Будет исполнено. В атаку! К оружию! Дайте я кого-нибудь зарублю! Да-да, конечно. Я служу свету. За честь и отвагу. Дороги! Ну что ж, вперед! Так-то лучше. Приступим. Ну что ж, вперед! С дороги! Так-то лучше. Забран за бородом! Приступим. Чем бы заняться? Я служу свету. Исследование завершено. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. Хороший план. Поздно просить пощады. Ну что ж. Вперед! Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Исследование завершено. Наши войска атакованы!
Приказывайте. Я помогу. Правосудие свершится. Хороший план. За честь и отвагу. Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме тьмы и смерти. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, юнец. Вы не пройдете. Так-то лучше. С дороги! Приступим! Пока еще не поздно. Все еще пытаешься защитить меч? Нет, я пытаюсь защитить тебя от него. Хороший план. Смотри, вот оно, наше спасение. Ледяная скорбь. Погоди, парень. Тут на постаменте надпись. Это предупреждение. Здесь говорится, тот, кто возьмет этот меч, получит бесконечную силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артас. Забудь об этом и веди своих солдат домой. Плевать на них. Я совершу возмездие. И никто не встанет у меня на пути. Даже ты. А теперь я взываю к духам этого места. Я отдам вам все и заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Артас, где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать натиск врага. Мурадин мертв. Не бойтесь, капитан. Никто не сможет противостоять мощи ледяной скорби. Я служу свету. Мой молот к твоим услугам. Разумеется. За честь и отвагу. На нашу базу напали! Наши войска атакованы! Что прикажете?
Правосудие свершится. Хороший план. Конечно. За моего отца. Мой молот к твоим услугам. За честь и отвагу. Исследование завершено. Да. Договорились. Да? Чего? Ну я пошел. Да, ваша светлость. Да? Хорошо. Где враг? Зоркий глаз. А, я в деле. Свет благословляет меня. Хороший план. Конечно. Разумеется. Хороший план. Разумеется. Я помогу. Конечно. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Разумеется. Поздно просить пощады. Разумеется. Ощути мой гнев. Умеет предавать свет. Конечно. Недостойное создание. Хороший план. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя. Хороший план. Настигла тебя. За моего отца. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Ощути мой гнев. Поздно просить пощады. Конечно. Недостойное создание. Мой молот к твоим услугам. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Конечно. Ощути мой гнев. Правосудие настигло тебя. За моего отца. Поздно просить пощады.
Мой где враг? К твоим услугам. Чего? Свет благословляет меня. Наши войска атакованы! За честь и отвагу. Разумеется. Я помогу. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Конечно. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя. За моего отца. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. Хороший план. Недостойное создание. Ощути мой гнев. Поздно просить пощады. Конечно. Конечно. Хороший план. Наши войска атакованы! За моего отца! Правосудие настигло! Наши войска атакованы! Никто не смеет предавать свет. Наши войска атакованы. Разумеется. Недостойное создание. Правосудие настигло тебя. Мой молот к твоим услугам. Я не подведу. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Конечно. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. За моего отца. Недостойное создание.
правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Ощути мой гнев. За моего отца. Поздно просить пощады. Хороший план. Разумеется. Ощути мой гнев. Никто не смеет предавать свет. Недостойное создание. Зоркий глаз! Где враг? Конечно. Судья настигла тебя. За честь и отвагу. Свет благословляет меня. За моего отца. Хороший план. Разумеется. Поздно просить пощады. Я служу свету. Поздно просить пощады. Недостойное создание. Конечно. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Итак, ты все же решил заплатить за ледяную скорбь жизнями своих друзей, как и предсказывал темный повелитель. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганис. Теперь я слышу только голос ледяной скорби. Ты слышишь голос темного повелителя. Он говорит с тобой через меч. Что он шепчет тебе, юный принц? Что говорит тебе темный повелитель мертвых? Он говорит мне, что пробил час возмездия. Что? Он не мог? Все кончено.
придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я обо всем позаботился. Что? Сын мой, что ты делаешь? Становлюсь королем. Это королевство падет, и на его обломках возникнет новый порядок, который потрясет основы мироздания. Что это за фокусы? Малганис? Не знаю, как тебе удалось выжить, но я... Успокойся, принц Хартес. Меня зовут Тихондрий. Я повелитель ужаса, как и Малганис, но... Я не враг тебе. Напротив, я пришел тебя поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с первым испытанием. Когда убил отца и отдал эти земли во власть плети. Король Лич доволен твоим энтузиазмом. Да. Я обрек на вечное проклятие всех, кого знаю. Принес ему в жертву все, чем дорожил. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места стыду или раскаянию. Рунный клинок в твоих ножнах был выкован самим королем Личом. Его предназначение — поглощать души, и твоя стала первой. Что ж, души мне не жаль, проживу и без нее. Что от меня нужно к королю Личу? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди местных жителей скрывается множество его последователей. Призови их под свои знамена, и я расскажу, что делать дальше. Наконец-то. Говори.
Ледяная скорбь жаждет крови.